Я Так. как сказать, типа половину боссов понимаю, тактики, механики. Маш, ты... Хорошо, все просто. Смотри, тактики те же самые, по факту. А, ты смотрела? Все, тогда отлично вообще. Смойте всех. А. Тактики те же самые, да? Да? Ну, все то же самое. Тогда помню. Смойте, ребят, всех. Пойдем пивка возьмем. Так, что там? Вы будете каски 8% или мне нормальные каски давать? У нас вар вроде. Нет, нормальные у нас вар есть, ты нормальные каски всем раздашь. Ты рыбу захвати, рыбу, да, и приступав нас есть. Нет. Это, у меня напали, я не могу рыбу захватить. Ты имеешь в виду с ГБ, там кто-то другой пускай захватит. Петя, возьми с ГБ рыбу, у меня часть Вани оставь там. Потому что я не могу рыбу ставить, я вообще ничего не могу, ни шмотки юзать, ничего, я поэтому тебе отдам ответственным за добычу. 25 штук возьму, думаю, хватит. Да, давай, бери. Так, смотрите, все мы сразу бежим, садимся на бетов, сейчас, во-первых, разбафаемся, бежим по бля, Женек, ты вообще здесь был? Я за танка здесь не был. Там хуйня, Женек. Когда скажу, я здесь там, был за РДД. Давай тогда... Давай мы Петю тогда все-таки в танк спекнем, и будет лучше. Петя шаришь, что ли? Давай, Петя, ты. Смотри, будет проще. А ты, Женек, берешь, ты бегай за всеми. Так, мы все бежим вместе, а пока убежишь туда дальше, собираешь всех мобов. Смотрите за огром своим. Мы даем геру, заливаем быстро мобов. Потом все пробегаем. МБ закинешь на себя СС. Мобов заливаем, следите за агро также. Бежим все пачкой. Маша, ты когда мы будем пробегать, закидываешь ходки на танк и убегаешь в противоположную сторону. Потом мы тебя засмоним. Главное, чтобы пробежал лог. И два человека вместе с ним. Все, ставьте рыбу. Я туда. Куда? Первый банк, блин, как обычно, да, двух притягиваю вниз и там заливаю. Да, ты бежишь первый, просто спускаешься вниз, все мобы, которые на тебя загорятся, там прожимаешься обязательно, тут тебя сложат. Если не прожмешься, вы бежите его сразу. Побежит, я верхний забыл. Да, да. Да. Я про то, что пока упражался. Первый босс какой? Налево, направо? Первый налево. Все, готовность, сели все на маунтов. Одна бутылочка масла на милика есть у кого-то? Куплю. Посмотри, там в ГБ есть кто-то? Да, есть. Не хватает друидовского бафа еще у нас. Эмобой, чего не хватает? Сколько там? 200 голды? 300? Я тебе объясню, когда заходят. Не спеши, Маш. Вначале просто сбежим, спускаемся, бьем мобов. Садитесь все на петов и становитесь возле края. Чать не обязательно. Да, перенимай. Я не могу, если что, ничего кидать. Мне вообще ничего не давайте. Тут что-то уж останется все у меня. Аккаунт не подтвержден. Сейчас буду смотреть, что там по ротации. Как, сразу первого босса бьем в одного танка. Сколько у нас миликов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ебана. Давай, два. Слева бьет. Два справа, один вместе с танком. На кого вешается два стака, выбегает из рейда. Из миликов. А пока останешься в танке на боссе. А РДшники становятся полукругом. Также босс будет кастовать скилл. Будет кастовать скилл. Не помню, как он называется, сейчас посмотрю. Электрическая буря. Вот он ее кастует, мы должны будем сбежаться. Там какой будет момент? Там он будет кастовать перед этим скилл статический сбой. Вы, то есть, все немножко ближе подбежали к боссу. Он кастанул статический сбой, и сразу будет статическая буря вот эта. Чтобы не терять ДПС.
А кто знает, вот эту парашу он бьет, да? Это по времени он бьет или как? Типа какая параша? Он гонг ебашит. Что еще раз? Гонг? А, да, по времени, это не обязательно. А сколько он стоит? Минут 5 стоит? Минуты 3. Не, минуты 2-3, да. Стоит херач. Приготовьте там этих водомерок, маунтов. Пригодится там по озеру бегать. Да. Только найти бы его еще. Да, чтобы потом искать не пришлось. Я ДК. Да, а, натуре. Ну же ДКшник. А, нашел. Все, нашел. Танк бежит первый. Смотрите, пока танк не собрал, не врываетесь хилы. Смотрите, танка тоже не потеряете. Вы слишком быстро не бегите. Да, и смотрите аккуратно. Вот мобы сзади. Ну что, я там что-нибудь бью? Угу. У меня одного лагает, нахуй. У меня обращаю внимание. Блять, меня одного лагает, да? Да. Наверное. Сука. Блять. Нормально, бегите. Дальше, нет, когда вы бьете. Хочешь быть, одевай там кошмот. Да нет, просто я первый раз играю, слежу за этим. Ой, тут поносишь, потому что я, бля... Все, все на мне. Я побежал. Ну бегите, бегите. Без меня. Так это, заходать. А, Маша, да, хотаешь. Танков хотаешь и сама убегаешь ко входу. Меня тоже заходы, хотя бы в восстановление. Войд, закинешь диван. 3-2-1 прижали. Эмобой на себя закинешь этот СС. Закастуешь масс-рез. Бежим, петь-то на пролом. Все, Маш, можешь умирать. Пробежали там? Да, пробежали. Все, падайте, падайте. Пробежали, падайте, сразу шкаф и сумоним. За диване для кого-нибудь? Нет, там СС был. Маша, ты умерла? Или выбежала? Все, давайте, давайте, на ком было там СС. Масрез. Сейчас засумонят. Сразу эмбой поставь шкаф, Войт, ты ставь сразу рыбу и начинайте сумонить. Нужно меня, Машу засумонить и послушай, по-моему. Да я тоже, наверное, сам, чем бежать до меня. Ну, давай. Респект. Все. Первым делом сумоните людей, а потом только уже ребафайте. Потому что все равно масс-бафы нужно будет. Нужно подойти поближе. Так, это мне получается эта тема сил природы надо ставить будет, да? Это он вместо мистерства ветра ставится. Все. Принимайте сон. Сон, киньте, пожалуйста. Так, исцеляющего потока или источника маны поставить? Наверное, источника маны. Бафайте тут, да? Все, бафайте, да, и рыбу кушайте.
Элоксар, дай столик, пожалуйста. Сопрот или сопрот? Вы можете сопроты повыпивать. Да, и Миликом, наверное, сопрот, все. Да? Да, худые. ДЦшник, допустим, может выпить СПД, если еще не выпил. Я уже выпил. Ну, а все остальные там сопроты. Столик, столик. Все, побежали. У меня здесь, если что, нету этого. Дона. Я в танке буду стоять. Ну что, все, гуляю. Да, давай. Да. Я буду. Вот этот, блядь, ладно. Встаньте, я с Женьком буду слева. На Макс Рэндж встаньте. Да, Макс Рэндж, Войт, Войт. И. Женек, не стой с этот со мной. Не стой сзади, Женек, стой и встань в меня. Сейчас, подожди, где ты есть-то, блядь? А, ты в волоке, блядь. Так, я Герус. Так, статический сбой. Ну, чё ты по центру стоишь? Подбеги в этого, к Войду. Со мной кто-то стоит там. До дядя Стэна, ты с Войдом стань тогда. Справа подбеги, в самую правую сторону. Сбежались. Трус, к черепу. Блять, пизду нахуй, походу мне менять придется. Я... Вот что за хуйня? Так же, станьте. Я с дядей Стэном. Женек, не стой по центру, подбеги в правую сторону. Ты слышишь меня? Я говорю, менять меня надо, я вот... Тебе сложно не в эту сторону подбежал. Блять, стой с этой стороны, раз ты тут, блядь, такой. Сука. Дайте ребафки. Скоро статический сбой будет. После выстрела сразу сбегайте. После выстрела сразу сбегайтесь. Сразу сбегайтесь. Маша Иннер по себе злее. Прист можешь... Не, тебе не надо. По всем все равно проходит. Отбегите на фулл рейндж. И мобой отбеги тоже. Так получилось. Да зачем ты сзади стоишь? Чё ты орёшь? Я тебе сказал, я здесь был за РДД, но чё непонятного? Ты просто пульнул босса, ничего не... Я тебе... Ты заебал уже, вот честное слово, я тебе два раза сказал, ты стоишь слева. Рассказ перед тем, как бежали, всем рассказали. Стоим как на ране, блядь, в три точки расходимся. По 120 градусов между каждым. Вы стоите, блядь, крестом. Четвёртое место свободное, там стоит РДД. Ни в кого кастует из миликов. Отходите назад, шаг делайте назад, чтобы всем стаки не передали. Сбежались. Все-таки на чужом персонаже тяжко играть. Чарки, Ниса Советра плюс языка пламени повешай. Кого кастует босс? Отходите, шаг делайте назад, это миликов касается. Блять, у него не стоит еще цель цели. А кинь косноязычный. Сбежали, сбежали, сбежались. Закастуй гимноману, прист, если не отдавал. Только рейндж набери. Вначале, а пока его прохилься.
Дай БР, Маша, попослушай. Почему ж раньше не набрал? Нечаянно. Вот, замедленным проще, ребят. Маша полностью без маны. Сбежались. Разбежались снова. В принципе, дамаг-то небольшой, под сопротом, наверное, не шотовал. Угу. Да не, мне просто нужно следить. Леру убила. Ну там уже сухие хилы просто. Дядя Стэн, бей тоже на фул рендже слева, и видишь, тебя кастует, отбеги. Сейчас я цель на свой. Видно было. Блядь, я сегодня с тем пузом танчу. Сбежались. Задалеко сзади стоит, не сбежай. Ладно, падайте, резни мейнст. Ай, блядь. Он обновляется, Икс? Да. Сейчас я цель настрою. Не видно, кого постует, нихуя. Как цель поставить там, Петь? Фейс. Ага. Бой, по-моему, да? Бой. Ну, так. Цель выбрана, цель справа. Все, вижу. Так, не заходите в инст пока. Все, зооман обновлен, пошлите. Еще раз, для тех, кто не понял, что здесь происходит. Кастует босс в одного человека. Каст. Кто стоит рядом с этим человеком, получит по стаку. Чтобы мы получали меньше стаков. Мы стоим по 2 милика. 2 милика слева, 2 милика справа. Кастуется в милика одного слева. Этот милик выбегает немножко назад, чтобы не задело точно всех остальных. То же самое кастуется в танк, а танк делает шаг назад. Делает, кастуется в Петю, делает Петя шаг назад. Ну, шага там не хватает. То, что кастуется, да. 25% увеличения. Да. Вот когда на меня она повесилась, я должен сделать шаг назад. Да. Ты должен сделать шаг назад. Нет, никогда повесилась, а когда босс кастует еще. Ну там замедлять каст надо, чтобы проще было, то он быстро кастует. А почему это еще подкидывает вверх? Он просто всегда подкидывает, может одну любую цель подкинуть. А. Ты просто, блядь, пульнул, так я был весь. Потому что надо слушать, когда объясняют. На 4. Кстати, это ставьте. Можешь ловить перышком левитации, либо маг замедленным падением может ловить, кто падает. Поставь этот рыбу. Дживсу спрашивают, есть? Поставьте дживс, если есть. Если нету, то херово. Либо маунт есть у кого-нибудь, который починится? Маша, ты поломана? Да, все неподготовленные подошли. У меня еще этот персонаж, он чужой. Неудобно нихера. Ну, раскидывай так, чуть что, десятки.
Серегенты, главное, что не сломано. Еще раз напомню, для тех, кто до сих пор не понял. Кастует босс статический сбой. Шаг делайте назад. Там через какой-то период времени он кастует в одного человека. Я уже сказал, как скилл называется. Электрическая буря. В этого человека будет кастовать. Нужно будет сбежаться. То есть, что будет происходить? Он там будет кастовать последний статический сбой, я постараюсь предупредить вас. Вы потом после этого статического сбоя, после того, как он влетел, сразу же сбегаетесь, начинаете, чтобы вы чуть ближе к центру все сместились. Закончился каст, все разбежались по своим местам. Все то же самое делаем. СС есть лоб? Забили мобов, сели на маунтов, все то же самое. Маша, давай сейчас побежим ходки и убегай назад. А пока, если есть айсбаунд на стакан, нажмешь, побежишь. Все, побежали. Побежали. Главное, чтобы лок пробежал. Все, все забежали. Разворачивайтесь жопами и падаем. Сразу же шкаф. Сумму Машу. И рыбу сразу ставь. Как только всех засуманит, всех либо. Я пока посчитаю, да раз, два, три, тогда подпулишь, когда ближе подойдем. Герой, правда, КД. Ну, развернитесь там спиной, что тут долго. Я так спиной, что ли, они по 800 не бьют. Бля. Я тоже спиной, я и агрю. Подбегите этот, ближе сюда сдохните. Кроме лока все. Лок просто подойдет чуть ближе лестни. То будем вздыхать 100 лет и много времени потеряем. Все, ну, отлично. Не тяните этого моба сюда. Все, хорошо. Отлично. Сейчас птички улетят им обой. Вставай. Резь, подойди ближе чуть-чуть. Кастуй мастрес. Вот, нормально, где-то так. До всех должен, по идее, достать. Кастуй масс-рез. Сразу шкаф. Меня тоже достал суп. Все. Шкаф с рыбу. Женек, ты стоишь с дядей Стэном тогда, слева, так как ты стоял на фурренже, кастует босс в тебя, отбегаешь. Я сейчас поставил цель-цель и буду видеть, кого кастует. Не стояло. Угу. Что, у меня, кстати, перестало лагать. Что было? Что? Какие кристаллы? Перестало лагать. Перестало лагать, говорю, потому что лагало почему-то. У меня вчера, кстати, тоже вечером лагало. Отлично, что перестало лагать. Гера, правда, еще когда 2 минуты. Ну, ладно, дам как куда он. Все, готовность, если все готовы, фу ребаф дали. Все,
Все, все готовы. Считаю до 5, пуляем припоты, нажимаете на 3 на 2 секунде. 1, 2, 3, 4. Поехали. 5 не было. Также станьте, Женек. На фул рейнджем обой. Хорошо. Когда в РДДшников кастует, ничего не делаете просто. Когда в миликов, то милики убегают. Которого милика кастует. М-обоя подкинула. М-обой снова. Прохил М-обоя. М-обой снова, бля, его убьет сейчас. Так, это, по-моему, последний статический сбой, потом после него приготовьтесь сбегаться. Насколько я помню. Могу ошибаться. Маша. Сбежали сейчас к М-бою далеко, бля. Первый просто ДБМ не показывает. Также сбежались. Все, сейчас будет показывать. Ваксар. Герва отдал. Войт, Войт, отбеги. Задел всех. Женек не отбежал. Бля, если сейчас какого-то милика залетает у этого пока лохите, то мы сдыхаем все. Ну, отбегите назад. Да, давай, давай, давай. После выстрела будет сразу же буря, приготовьтесь. Хай. Сбежались. Говорю, после выстрела сразу бегите. Чего вы стоите, РДДшник? Опять на ренджу стали. Хай. Разбегайтесь, милики. Давайте заранее разбегаться. Не, один стак нормально, 3 убивает. А пока вы прохильте. Маша, нормально все, пойди. Просто хоть один среагируй, милик. Правильно. Маша, нормально. Разбежно. Так. Следующий будет статический сбой, приготовьтесь сбегаться. Сбегаемся, сбегаемся. Хорошо. Так же, как стояли. Женек! Хуй он, когда бежит, среагирует. Да там быстро он кастует, там не успеет. Я вот да не пробовал. Смотри, Саня, сколько я не пробовал, один хер прокастул. Застает. Надо так вот. Я разбегал заранее отбегал. Вот сейчас разбегитесь, скинем стаки. Вот я разбежался, скинул. Точнее, да, просто не повреждение, отбегайтесь. Ну вы сейчас скинете, вот вы скинули. Ладно, давай, 20 секунды отбегите, милики. Да вам не надо, у вас сейчас нет стаков, это я отбежал. А, ну да. У кого нет стаков, один можно лутать, два можно лутать, третий уже больно. У меня 4, я все буду убирать. Хотя бабло, если что есть. После следующего статического сбегайтесь. Все, сбежали, 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 побежали. Хорошо. Черепов. Дядя Стэн. Так. Там обои отлично, все, все стаки с ними. Мы вообще без тотемов били. Ебать, блядь, я шаман охуенный. Ну сейчас хоть не 5 кадров. Сколько там?
7500. Сбежались. Коксар. Бля, ну... Ребят, постарайтесь тоже следить. Я же говорю, играю не на своем персонаже. Прям очень сложно. Следить хоть чуть-чуть за ДБМ. Не знаю, мне ДБМ безбожно пиздит. У кого 3 стака, милики, смотрите, поздыхайте, если залетит. Не повезло, что вы РДДшник. 4-й стак уже шотает. Стоит же ТТ огня, заебал там. Сбежали. На ком 3 стака, милики, смотрите аккуратно. Можете уже отбежать чуть-чуть. Кто умрёте. Набежали. Только Бакао. Кроме Бакао. ДЦшник этот момент спасает, конечно. Все, забирай. Войд, шмотки, побежали дальше. Ой, блядь, ДКшки сейчас будут воевать. Давайте заебаю. Потом, не за ИП, побежим. Так, сейчас бежим вздыхать. Так, вы за... Вы, да, там вот забирали. Стой, взял, Войд? Войд, сундука взял? Забрал. Да. Ну, пошли. Все, можно вздыхать, Войд? Да. Блять, плечи выпали, сука, что за дерьмо. Стоп, никуда, куда вы пробегаете? Просто сдохните. Ну, они хорошие, но нам не нужны никому. Все, встали все? Петя в танка снова. Конечно. Да. Только скиплить вообще пиздат. Направо пиздюка идем. Да, направо одномишку идем. Бля, ну вам по-любому буревестник нужен. Я очень хуёв. Вы со мной много кого не убьете. А что ты имеешь в виду? Дальше там проще? ДПС, по ДПСу не пройдем даже. Если со мной... Кто танчит медведя? Танчит медведя, а Бакао будет, а ты будешь форму человека танчить. Побежали туда. Нет, стой, куда ты, Бакао? Ну, убиваем этого моба, быстрее. Я скажу, куда бежать. Куда кто-то побежал там? А, Петя, иди сдыхай. Да, иди сдыхай. Активируй ловушку. Мне сдыхать не надо. А, ну да. Все, сели на маунтов, побежали. За мной все еще. Ты метку поставь там, кто знает дорогу. Я знаю дорогу. Окей. Вот смотрите, здесь моб ходит, не загрите его, бегите. Петя, ты там уже активировал? Да, я уже утонул топорики. Ставь сразу рыбу. Рыбу у Войда. А, у Войда. Или может потом, ну я уже поставил, да. Все, ставь. И ребафните все, что на ХП. Особенно танков. Маша тоже сейчас, когда скажу заходаешь, а пока узнаешь, как бежать? Да. Смотри, эмобой, не беги, главное, возле танков. Беги чуть-чуть за ними, потому что там топоры залетают, они в ОУЕ залетают, то есть, чтобы тебя не убило. Там вон на поворот не проебать просто сейчас. Да, на себе. А, у тебя этого нету? Масрет или есть? Да, ты себе СС вешать на себя. Главное, чтобы у него масрет был. Есть масрез, он же у всех гильдий. Я готов. Эмобой. Ну что? Ну что? На меня тоже мет. Диван закинешь. Да, побежали без дивана. Без дивана. Главное, чтобы плохо пробежал. Все,
Все, побежали. Ходки. Маша, давай ходки в обратную сторону, там, откуда ты прибежала, закидывай. И можешь во всех закинуть ходки, кого успеешь. Побежали. За факел не зацепитесь. Вот, смотрите, эти топоры, они в ОУЕ летают. Аккуратно. Возле танков, поэтому. Все, Лок пробежал, закидывай диван в любого воид. Маша, можешь умирать. Уже умирай. Напоминаю, эти мобы, они кливают. Сейчас я этих мобов еще подведу. Чтобы не убили. Быстрее. Маш, не заходи в инст, пока мы все не умрем и не встанем. Все, умерли. Все, вставай, послушай, давай масс-рез, сразу рыбу ставим. Бьем по черепу. Там будет череп ставить тотемы, тотемы нужно будет разбивать. Войд, вот эти мишки, они кливают. Под лицо к ним не заходите, милики, а то сразу вас шотнет. Этот Дживс или Хламобот есть? Вот инженеры есть в рейде? Блять. Смотреть надо. Инжата есть, Хламобота. Гномский механик. Должен быть он это тестера. По идее. Ты не поставь себя, как не подтверждать. Как он там выглядит? Блять, как же херово играть на чужом аккаунте. Стоит. Хламобот стоит. Могу поставить. Ага, чинитесь. А то красный. Почини. Да, все починить обязательно. Кушайте рыбку, фоуребаф. Играем по черепу, там потом второй такой же маг, тотемы разбиваем. Напоминаю, вот этих вот крест. Крест и печеньку мы не трогаем. Точнее, трогаем, но не подходим под лицо, а то они кливают. Все, готовность на пол и погнали. Время здесь нельзя терять, хотя бы два сундука закрыть. На череп я второго целителя. Давайте, вперед, время идет. Давай. Поехали. Все, пошли. Смотрите, агро не сорвите тоже. Милики, не подбегайте, пока не развернут этих. От нас. Полностью разверните мишек. Пизда. Ну, схиль один. Послушай. Я помогу хилить. По черепу или по кому? Череп. По черепу. Маша, что ты вообще в мили-зоне делала? Еще один под лицо залез. Нет, согрелся. Да накрутили вертух свой. Ну, я пока, не знаю. Ну, если ты танчишь череп, а все остальные медведи на мне, ты просто держись поближе ко мне, либо это, не танчи. Они развернулись к Ивану. Так, еще от следующего целителя, вон еще череп, там тотем, наверное, появился. Дядя Стэн, тебе нужно будет через чардж, наверное, застанить, я скажу, когда... На 600 000, 650, нужно будет мишек станить, а то они будут слазить и дополнительный моб появится. Помогаю хилить. Все, играем по печеньке, давайте по печеньке играем. Тебе нужно будет на 650 000 застанить. Кто медведя танчил? Вар, на п, крикни. Я все скажу. Приготовься, скоро станить нужно будет. Обязательно застанет. Давай. Ну. Хорошо. Только под лица выйди, а то они шотают. И то же самое крест потом нужно будет застанить. Есть сейчас стан еще один. Надо станить. Блять, мишка слез. Мишку заберите. Угу.
Не ставлю нихуя. Чего вы не говорите, что я не ставлю? Ой, так неудобно кнопки расставлены, конечно. Рассказывай пока тактику. Тактика простая. Просто бьем босса. Просто бьем босса. Фазу медведя танчит АПК, фазу обычного танчит этот Петя. Как только он превращается в медведя, АПК будешь прожиматься, потому что все, резать и всех. Только короче, он будет... АПК, смотри, ты забираешь медведя, сразу прожимки отдаешь. После того, как он стал человеком, ты его вообще не бьешь, чтобы агресс не отнесло. Стоим в одной точке, все. Знаю, знаю. И вот стоим все вот здесь, вот. РДДшники, мили. Резайте рыбку, поставьте и ребафайте сразу. Ты первый пулишь отсюда его, а я его таунчу вот сюда. Рыбку кушайте. ДКшники, отойдите с рыбы. Хорошо. Нас там нету. Не, он Жигу будет. Ты первый истерику закинешь. Маша, да. Ванну все восстанавливай и послушай тоже. Послушай, восстанавливай ману, кушай рыбку. Я баф. Сейчас половина ман. А? Я бафал. Понял, понял. Блядь, ну, бурси по КД. Чем быстрее. Он манекен, для хилов он сложный. Все, считаю до 5 пуля. Раз, два, три, четыре, пейте припод и пуляй. Алло, блядь. Ну что такое? Есть? Давай БР по дяде Стэну. Так не стойте за этой хуйнёй, чтобы хиливать всё. Вы не стали за факелом. Вставай, дядя Стэн. Давайте его хил быстрее. И ребаф. За громкий же показывает. Блять, я не на своём персонаже играю, не пиздец. Это был... Я нормальный. Это тупо ланч. Там даже щиты мои висят. Прожимайся, а потом. Ты бери. Ты же там столько дает. Ну да. Ну да. Тут хилить сильно придется, особенно тот, кто медведя танчит, вы его прям смотрите. Скоро будет форма тролля. А медведя танчит ДК. Деканчит АПКал. Апокалипсис. Ну. Чтоб я знал, по кому зубы давать, если что. Ты анонси, ну. Апокалипсис с медведя танчит, по нему надо будет зубки, если он скажет. Вот на следующего медведя закидывай в него зубы сразу. Потому что медведя больно пробивает. И не стойте, смотрите, чтобы вы не стояли за факелом. А то не хилить, не бить не сможете. Сейчас он будет разгоняться, вас откинет. В обычной фазе. В фазе медведя он только кидает это. Сайленс кидает. Зубы, зубы, зубы. Красавчик. Прохил. Босс простой, тупо манекен, только долгий. Если постараемся, возможно, даже три сундука еще убьем. Сложно, конечно, со мной, я вагон пиздец с вами. По ДПС, наверное, пойдем. По ДПС у меня не замените на буревестника или Ваня зайдет. Будет человек. Дружка будет. Ой, не дружка, хорошо, он будет апелели. Ну Бетику, наверное, особо там и не надо ничего с этим. Я посмотрю, что он с молокраса может понадобиться. Маска Вуду, наверное. Ну, сейчас со мной вы все равно молот раз не убьете, не ищите шанс. И с ласта ему ничего не надо. Вот
Лер, ты можешь встать там, где стоит амобой. И ты сможешь бить всегда. И всегда же, когда тебя откинет. Кто тебя откидывает, ты не можешь бить. Не, ладно, тут 13 мужиками не пахнет, главное, чтобы за 6 минут теперь убить Апокала. Охеть. Там прибавляется сколько-то времени после килла? Да, конечно. Ну, на ДПС мы проходим на 3. Вы этого еще босса будете, вы пол хп только отняли, бить еще минуты 3. Ну, типа, если все оперативно сделать, там босс самый слабенький, самый быстрый. Да попробовать добежать можно все равно. Не, ну конечно попробуем. Так, мы пробовать 100% будем. Так а что тут по теме? Здесь бей и хиль, весь босс. Вон, главное затаунтить, прожаться. Прохилить. Расплакал. Чуть-чуть, да? Так Питер стан дает, да и все, я понял. Не понял. Вот тень спас. Люблю этого босса, стоишь себе, АФКшишь, блядь. Только давай там этот, без АФКшишься, когда медведь появляется, чтобы ты его успела забирать. Ну там он сало дает, крик. Я на следующем зубы дам, медведь. Он сало дает, там секунда буквально еще есть времени. После того, как он превращается в медведя. Но он меня один раз растерзал. Нормально. Форма медведя через 6 секунд, приготовьтесь. 4. 2, 1. Значит, ДБМ спиздил. Он чуть позже, да? Он ДБ, пиздит вообще. ДБ сбожно. После того, как Войд заберет все шмотки, все сразу падаете. Только вначале подождите, пока он шмотки соберет. Очень мало времени. Все прибавится после дела. За 10 минут можно. Ну, да мы по факту кольцо теряем, не так страшно. Да. Да просто минус 1 ДД, вот и все. Минус 1 ДД, во-первых, он лежит, и минус 1 ДД в прямом смысле. Ну это во всех смыслах минус 1 ДД. Да. Это он допинать был. Допинаете 3 минуты, да? Этого допинаем. Не, типа в теории мы успеваем, если все это там больше 10 минут дается. А босса того следующего бить 5 минут максимум. Ага. Сейчас попробуем. Самый слабый. Самый слабенький. Только все оперативно. Войд добиваете, сразу беги и лут забирай весь. Берса. Ну ясно. Охуеть. Так, а сколько это интересно, блять? Кто-то засекал? 6,5 минут. А у меня пишет вот еще берсерк, нахуй. Ну, потому что 6,5 минут. Это переделали, получается. Ну, значит, сейчас надо, ну, да, без падения бета-тестера надо спокойно убить. Кстати, ай, блядь. Блядь. Заходите, ну, вы еще уже бежите. Заходите, также пробегаем, убьем. Хули. Сука, охуенно. Да, да, да. Нам хуй и не второй, мы второго даже не получим сундука. Уже. Уже нет. С первого говнячья плечи упали. Ну, как бы не говнячья, но на ней никому не нужны. Я заберу на подпал. Ты либо дядя Стэн. Эх, а тут троллейбой падает.
Да у меня времени не было, блядь, персонажа потыкать чужого. Плюс кнопки не настроены, максимально неудобно у него все. Раскидано все, блядь, непонятно где. Да, что ты гадюку не оденешь за это? Гадюка в рюкзаке. Да я ничего не надевал, я бил, как у него было. Что, мы рыбу будем тратить или пробежим без рыбы? Без рыбы пробежим. Маша то же самое делает. Мы вдвоем упали, сорвали агро как-то, я не знаю. Ну, сорвали агро и все. Да, хуйня какая-то. У меня же 4 кусков нет, чтобы генерить агро на ваши ДПС. Все, закидывай, и побежали, ходки. Побежали, Петя. Да, и обнови, я полетел. Ну, побежали. Смотрите, возле танка не бегите, а то в него топоры будут сейчас залетать. Не уешь, если что. Там обой пробежал? Пробежал. В ДЦ-шку полетели. Топоры. ДЦ-шка тоже вставай вместе с Машей. Петя, умирай. Или не умирай. Все. Ты там поставь гадюку, если можешь. Вещи переставлять, потому что хоть сейчас хоть попробую. Кнопки не жмешь, но она хотя бы на автомате будет кидать эту лужу. Сейчас попробую. Ставьте шкаф сразу. Рыба тоже. У меня вместо гадюки стоит вечное пламя. Я не знаю, зачем. Не, ты ГБЗ и этот убери, поставь гадюку вечное и все. Ну, которые пассивки сами бьют. Ну? Так лучше будет. Вот рыба на столбике висит, смотрите. Сумоним Ваксар. Меня и послушай. И послушай, да. Ну, это из-за меня сейчас проебали 2 сундука, даже 3. Да ничего страшного, блядь, сундуков еще этих понаделаем. Ты не говори. Тут смотри, 64. Да я знаю. Мне просто надо своего персонажа второго сделать, а то когда на чужом играешь, особенно первый раз. У тебя же ДЦ был где-то. Ну у меня проходки там нет. А, так целка изи убить. Блять. Ну так. Блин, ну вы же все такие простые, но я не могу сидеть в игре, блять, по 20 часов. У меня есть время на игру 3 надо часа. Надо на следующем КД сходить как-нибудь собраться. Ну вот. Надо. Где что рыба? Там, ребят, как дела? Вон она висит возле квадрата. В нас. Вы уже закрыли? Убили? Да, да. Отлично. Попроси сюда буревестника зайти, Паша. Нам буревестник нужен. А, он здесь. Паша, ты меня заменишь потом. Потому что они со мной не убьют нихуя. У меня ДПС 9-ка. Неважно, ты что похилишь, а там в шипешника или в Машу в сову, да неважно там. Ну в любом случае будет лучше профитнее, чем я. Ну хорошо, считаю, я сижу здесь. Считаю, ну я тебе подскажу когда. Раз, два, три, Петя, припоты, 4, пуляй. Петя. Так, сразу не буду вырываться. Все, давайте. Геру отдал. Мы в прошлый раз тупо не забили из-за времени, или что? Да, бросал у него был. Вот, 13 как бы ДПС. Гадюка, она тащит просто. Ну да. Ну. Готов все забирать, скоро будет. Как вы жду обмен. Ну, не очень я там, блядь. Я бич, скажем так. В чужом аккаунте. Бля, я 15 косарей даю. Что вы там, что вы мне сразу же гаджику не сказали за деньги? Алло, блин. Да ты не спрашивал. Ты чаще мол, у него рамкой. Да я просто заметил не сразу. Кстати, кто мне там говорил, что кружка это топ-3-ка, теперь у меня есть пруфы, что она хуйня, которая бьет 1% за бой. А у тебя на ком? На ком? Так на качи говно. Ну, про кота никто не говорил.
Она работает, но очень хуёво. На Кайтане. Она работает только на ДК, Энхи и Комбо-Троги. Всё. Рико. У кого 2.6 скорость атаки с руки, разогнанная очень быстро. Так у кота скорость 0.8. А не, ППМ так... знаешь такое? Или как оно там называется? Просто чем чаще ты бьешь, тем ниже шанс пол. Блядь, Петя, вся ты что сделал? Да, чем? Случайно забрал. Ну не надо, сейчас у тебя таунта нет, да? Есть. Хотел дотки обновить, случайно нажал таунт. Так я, слышите, ребят, уже неплох, мне кажется. Ну, правда, я весь в экран, тупо на скиллы смотрю, как калич играю, короче. Да ладно, классно станешь профессионалом уже. А вы закрыли на сундук первый? Мы на первый, да, два проебали. Короче, вот с этой колбы, с последнего босса, падает просто ничего, благодарность. Тогда. Ну да, там вообще ничего. Ну просто я смотрел, там вроде написано, что должны были хотя бы очки и доблести дать, а дали просто благодарность. Кто? А, улучшение отношения к гильдии. Так а чё ты? Ты чё, блин, это самый топчик-то. Ну да. Улучшение отношений. У кого таймер? Тотем магмы 20 секунд работает. Да шо ж вы молчали, блять, все? Это все минуты 4. Сади. Да я, блять, первый раз на Энхи играю, не шарю за него вообще. По топ-3 спел. Ну вообще чё? Быстрее убивать Садя начали, когда ты лицом в пол не лежишь. Очень справедливое замечание. Ну, по факту копишь водоворот, разряжаешь в молнию. Так как вы это медведи упали? Где огрели просто все? Въехали и сагрели сразу. Минус 2. Ну и минус 1 до конца боя. Версаты. Нет. Переагрели, двое сдохло. И все. Мне нету 4 кусков, чтобы было космическое огород. Плюс прожимка рунического оружия была. Тоже в КД. Усиление. Отсюда было всего 3 ЛПхи. А не 6. Да, блядь. Тут надо быстро реагировать. Он через секунду после формы выдает немоту. Да. Это надо как на морозе, блядь. Ну, чуть посложнее, но да. Таня, мне кажется, на морозе посложнее. Проебал и все. Ну не. Здесь я просто скинул с себя и все. А так он мне пиздюлю зарядил. Это же сильный. Там пол лица до 10% отъехал. Нормально. Чтоб хилы не расслаблялись. До духу лепал, я сказал, да. Короче, парни, я разобрался, что тут как чё, блядь. Сейчас будет DPS. Да. Только, правда, половину приходится скиллов мышкой нажимать, но это ладно. Два танка, потому что один босс вешает увечья, а другой босс вешает кровотечки. Если кровотечка будет под увечьем, которую кидает медведь, то там просто по 60 косарей тикает. Или по 30. Ну типа, если танк заряженный, прям сильно заряженный, и хилы сильные. И хулипал. И хулипал, который херачит по 30 косарей в секунду. Короче, танк Т5 может танчить соло. Да не только в Т5, у нас может. У нас Андрей соло тоже танчит. Медведь соло может танчить. Сибай, понятно, да. Блядь, 90к хп, ебаный псих. У нас Андрей и этого танчил, и Рысь в соло танчил. У нас, в принципе, Коля почти вчера затанчил в соло. Я там забыл. Он если бы прожался бы в соло, бы и этого вытанчил тоже. Коля, Рысь. Не, если хулипал есть заряженный,
который прохилит такой урон в секунду, то без проблем. Там просто 30 косарей в секунду. Давай тикает. Это сразу лут раздадим, чтобы сейчас у нас сундуков нету, чтобы, блядь, все не носили. Ну давай. Саш, я ни на что не хочу намекать, но там вот Захар сидит, Зорик полипал без КД на зломан. Хлам падает. Хлам ёбан. Вот холипал, а у них шамана нет, не будет. Им нужен шаман по-любому будет. Надо это кому-то. А ты смотри, бетиком раздуплился. Все, домаешь им. Один косарей даешь, все, кадышку повешу. Давай плечи бетику. Сань, если есть хант, можно без шамана идти. Маша, прист, ткань, дух. Нет, до Геры не будет, Ваня. Похуй. А вы что же тут отношения? Гера для слабых. Ладно, короче, что там еще? Все, пошли, пристурно. Так, что нам? Умираем и наверное. Давай еще. Так давай с первого босса еще шмотки разберем. Да, давай. Сразу. Сейчас, идите сюда. Вар, тебе чё надо там? На плечо? У тебя блокер есть? Я бы на блокера взял. Нет, какой Ром, мы дальше идем. Так, плечо, короче, беру. Подожди пока. Голова вот эта кольчуга, СПД, крит, обоссанная, короче, на распил надо кому-то? У кого-то распил есть? Кидай, кидай бета-тестеру, может понадобится. На транс бета-тестеру. Так, транс. И там даггер. У нас роги нет, в принципе. Какой даггер? На трансмут. Какой даггер? Да, да заебись для... нахуй. Это просто пиздец. Так ты смотри, сколько он тоже кинул. Ладно, я 4 нажму, да? До свидания. Да? Да успеешь ты еще выбить этот меч. Побежали дальше. Все, пошли. Ебать. Бля, там вы пошли, как и я прям. Умираем. Сейчас все. И бежим, куда покажу. Все знают, куда бежать. На водичку, да? Нет, просто сдох. Куда вы побежали? Сдохните просто. Ты мне скажи, куда бежать? На ФДК. На рысь идем, на рысь. На рысь? Хотя, можно было на джиновая идти. Мы уже пойдем на рысь. Мы уже сдохли. Все, вот поздно пить боржоми. Сдохните быстрее, кто там последний? Умирайте. Так, блядь, ну за тобой... Но я не хочу вздыхать, зачем мне вздыхать? Нормально. Потому что за тобой моб бегает. Если вы зайдут люди, на них бой повешается с этих мобов. Ладно, окей. Факел на ком бой висит? На ком бой висит, выходите из инста. А, вставать сейчас? Да, вставай. Вроде... Через центр мы идем, да? Через центр по воде. Да. Точно. А я почти на Угинова убежал. Все, Пашу добрал, я еще могу где-то минуту, мне на работу через час получается. Вот его доберете, он с ним пронесете. Так, пошлите дальше, на рысь, побежали. За мной сейчас, за квадратом. Там перебежка до острова, да, вы делаете, и потом с острова уже второй раз? Не, я не до острова, мобов сейчас убьем, я покажу где. Ну, можно так, когда ДКшника нет. Побежали вон сюда. Петь, смотри, там рысь, побеги к нам. Ты зацепишь рысь, если так не побежишь, как я. Рысь не зацепите только. Вот, сюда все стали. Ребафнули всех. Не бафайте. А, понял. Че не бафать? Петь, а танка нет у рысь. Давай просто шкаф поставим. Засмоним. Это забрать. Да там, ну ладно, давай я сейчас скрыну и бомжей дам, и все. Не, Петя, подожди, там не только эту рысь надо, еще провести по боку самому, по краешку. Все по стеночке бегут. Маша, смотри. Щиток убрали, смотри, мы же сразу бежим на рысь, да? Нет, мы сейчас... Мы убьем мобов, которые до хижины. Из хижины побежим. Понял. Я туда забегу, там лужу, там мобов на небо. Давайте ребаф. Все. Рыбу пока не ставь. Там? Все, прыгай, Петь. Петя, прыгай вниз, там еще моб в инвизии, его грипнуть нужно будет. Вон он побежал. Смотри, только Петь прожмить. Побежали. Только...
так не спеши, а то они больно бьют петь. Они сейчас сложат. Да, слушай, а бокал где? АФК стоит, блядь. Да как вы, блядь, дороги, ну ёбаная, ну. А что ты хочешь, их собрать и убить, этих мобов? Ой, блядь, да, я хочу собрать их возле хижины, убить и спокойно пробежать потом, ну, блядь. Ну давай не всех, давай по 5, по 4 первых мобов, вот эти, которые были. Ну так куда вы просто так летите, ну ё-моё. Ну, тут же дамаг пиздец. Они первый раз вещь не знают. Убежали. Войт, слышишь, надо, чтобы ты релил. Этот рейд третий твоим будет. Все, я молчу, а ты поэрей. Ну или сейчас я тебе просто первый раз покажу, как пробегать. Сум. Давай ребаф всех. Здесь еще в инвизе пару мобов стоит. И там дальше в инвизе мобы стоят. Не спешите бежать. Это дохуя ну, будет. Ну, очень... Сберите эту пачку, потом ту пачку. И не палец. Прыгайте и танчите. Ну да. Все. Че стоять? Давай. Мы стоим полчаса уже нахуй. Вот. Три моба сейчас появится, и стой здесь, и здесь, и прям сейчас он агрон берет, агра нету нихуя. Да потому что он они мне стан дали так. Да, не станет. Ну вот, бить сразу не надо. Сейчас побьют немножко. Для этого два танка. Один влетает на себя танк, лутает, другой забирает всего. Изи же. Сундуков у нас нет уже, спешить некуда. Сундуки появляются, петь руками сложить. Когда по времени успеваем закрыть, мы уже проебали время, то есть казнили наших людей. Там получается в начале листа 4 человека в плену, и они живы. То есть ты по времени успеваешь их, убиваешь босса, у тебя таймер подливается. А. Можно максимум 3 шмотки. Можно максимум 3 шмотки получить, рыська одна выбежала. И сейчас еще выбегу. Танки заберите сзади. Петь, Петь, не сюда беги, смотри, вон, тут можно здесь пробежать, меньше мобов заагришь. По стеночке иди. И вот тех, да, и меня с моба заберите с меня. Пиздец, нахуй, ну дохуя тоже, блядь. Вот 4 нормально. Били нормально. Приста. Беги, да, беги тише, сам. Подожди, Присту дай. Нет, Присту дай ДБР, Маш. И все. Ты в соло будешь хилить. А пока как будет айсбаунд на стак, а не прожмешь. Ладно, может без БР вроде с ума справляешься, спасибо. Вот, тебя один забрать. Надо спрыгнуть. Я стою, а ты каш. Нет, он за бугорок, по-моему, был. Угу. И я вот, получается, как пронизывающий ветер нажать. Все, теперь ресните послушно, напеть. Вот этого парня надо грипнуть, а то он нам не даст пробежать. Он должен был сагриться. Здравствуйте, что, как успехи у вас? О, профессионально. Вот. Опа! Ты зайдешь сам потом? А то я твоим персонажем как бы проебал два сундука людям. Я ж тебе говорил, там это все нормально делать, значит ты
Не дамажишь вообще. Там не из-за этого. Я просто сорвал агро, чтоб ты понимал, насколько я жесткий. И сдох. Да ладно, шучу. Я просто проебался, как гнодик. Ладно. Сидитесь на петов сейчас. Не за мной бегите. Вот аккуратно, аккуратно, не зацепите еще того. Вон, по самому краю. Теперь бегите. Вот. Что-то десятку даешь нормально. Вот сюда, 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 сюда. Все, теперь фулл ребаф на ХП. Зелье свободы действия и поставьте ГБ, там есть две штуки. А пока у Ипети возьмите зелье свободы действия. Если с собой нет. В ГБ есть. Нет, я забыл купить. Ну я ж говорю, поставьте ГБ. Петя, дай в последней ячейке. Возьми и дай себе и пока у второй. Маша добрая. Так, Маша, ты то же самое раскидываешь ходки и прыгаешь в рыбу и уплываешь в обратную сторону. Войт, можешь прыгнуть, кстати, тоже в этого, в танка сейчас, чтобы потому что бежать далеко и масса круг нажать. Да там третий спик, там, где портоваться надо. А, ну ладно, тогда не надо. Все, готовы на пробежигание. Ну, скажешь, я выпью. Также, да, просто будьте, нажмите, что все готовы, чтобы были готовы. Смотрите, там будет лестница. Не хватит добежать прям до туда? На коне быстрее просто? Хватит. Нет, мы на коне. Так, хорошо. Смотрите, там будет лестница. По лестнице вы не сможете подняться по правой стороне. То есть нужно будет убежать к левой стороне и пробежать. И потом мы все забегаем на правую сторону, когда внутрь здания забежим. Все, пейте, взяли свободу действия, на маунтов садитесь. Сразу бегите. 3, 2, 1, побежал. Побежали. Вот, скоро будет лестница. Вот она. На левую сторону самую. Ага, и сразу внутрь нужно забежать и направо. Все, здесь дыхать можно будет. Все, я мобой пробежал, умираем. То же самое, всех ресаем. Маша, можешь умирать. Сейчас не заходите в инст... Блять, зачем? СС был у тебя? Не спеши. У меня есть, что есть встать, нормально. У меня есть встать, я встану. Я думал, он бежал этот. Ты у тебя вуду? Не спеши. Что? Все? Они все отагрились? Встаю. Тогда. Даю мастерец. Сори. Нормально, ничего страшного. Тут я проебался больше всех. Сразу шкаф ставьте и сумоним Машу и этого. И Машу и Иону. Ой, и Леру. Я Леру сумоню, Машу. Войд, сразу рыбу. Петя, оставайся в танке, потому что тут в одного танка на ПК вас ложит. Все зависли? Так. Нет. Ой, завис. Ты на месте бежишь. Смотри, только вперед не беги. А то загришь. Он не добежит. Все. Заходи, Войд. А, сразу рыбку ставь, все ребафаем.